Добрый день, меня зовут Екатерина Голланд, и сегодня я представляю краски для текстиля и их необычное применение для того, чтобы оставлять авторские отпечатки на ткани. Обычно эти краски используются для того, чтобы расписывать текстиль. Какие-то джинсы, сумки, разнообразные юбки, кеды, что угодно. Но я предпочитаю их использовать необычным образом. Я создаю принты, уникальные принты на ткани. Вот, например, футболка, на которой есть отпечатки с форм, которые я делаю собственноручно. Техника называется линогравюра. Что это значит? Это значит, что мы создаем на линолеуме форму, вырезанную вручную. Я создаю рисунок, переношу его на линолеум, вырезаю. И там, где вырезано, те части вот этого рисунка, они не отпечатываются этой формы. Все, что остается выпуклым, отпечатывается на ткани. Таким образом, я создаю свой авторский принт, уникальный, который больше никаким способом не сделать, только таким. Для того, чтобы этим заниматься, мне нужны краски. И краски должны обладать определенными свойствами. В частности, они не должны пузыриться, потому что я наношу на форму краску с помощью губки. И они должны какое-то время не сохнуть и оставаться эластичными потом на ткани. Поэтому я использую замедлитель высыхания. Я добавляю его в краску согласно инструкции, примерно 1/3 от объема краски. Перемешиваю и после этого наношу краску на форму и делаю отпечаток с этой формы на ткань. Сейчас я отпечаток сделаю на небольшом кусочке ткани, чтобы показать, каким образом можно оставить такой свой уникальный авторский принт на текстиле. Thank you.